Замечательные птицы, очень их люблю. Родом они из Восточной Азии, но в период размножения зачастую прилетают на юго-восток России, Приморский край. Жаль, что именно сегодня с лица нашей планеты исчезают очень многие виды диких животных. Но вид уток-мандаринок вызывает наименьшие опасения в этом плане. В время охоты я случайно подстрелил такую утку. Она летела высоко, и от других видов ее не отличить. Стрельнул, убил, что поделать. Принес домой, приготовил, но мясо оказалось чертовски невкусным.